Привет всем, привет всем! С вами Лига Music Wars. Сегодня у нас второй выпуск. Рубрика «Игроки о Музвар». Не буду долго рассуждать, действительно там долгий видос. Пришлось немножко вырезать, где-то что-то запикать и какую-то часть звуковых дорожек убрать. Просто дорожки по 10 минут никто слушать не будет. Должно быть краткое мнение, чтобы было проще. Если наберем еще, то будем дальше. Ну а сейчас приступим к прослушиванию. Привет всем, я игрок Музвара, ник бывший кот. Теперь за Уральц. Хочу рассказать все негативные стороны этой игры. Явно негативное явление в этой игре — очень жесткий донат. Второе, дисбаланс на мехах. Третье, лутбокс. Записываю это сообщение, реально подгорело с подарком. Когда ты тратишь 1000 рублей на одну вещь, она тебе не падает. Тебя втягивает донат еще больше, но выхлопа не получаешь. Вернемся к мехам. Это тоже убитые музмехи, полные мультами и сливами групп. Нереальный баланс. Когда у вас пачка слабых созов, а против вас более 5 рух, сильнее вас в 2 раза, и, а то и в 3. Что убивать и играть на мехах? Проэкспы убитые напрочь, рандом ключей и награждение карт. Нет даже подсказок в игре, как правильно играть на экспедициях. Как вы хотите, чтобы новички, пришедшие в игру, обучались и понимали все ваши механики? Я играю в эту игру уже 7 лет, и только группа людей может вам помочь в этой игре. Жесткий донат обычным игрокам, например, на бирже или новогодней сани, прокачать до фула предмет, который не могут позволить себе вложить деньги в эту игру, с этих акций ничего не получат. Да, есть бесплатная загрузка, но вы попробуйте до фула бесплатными тыками сделать себе печку или финик. От этой игры идет большой негатив, чем позитива. Ведь куда ни вступить, тебе нужно положить денежку, чтобы ты стал круче других. Сделайте, пожалуйста, более-менее недонатскую версию игры. Ибо с каждой новой акции игроки начинают уходить, не получив свой долгожданный предмет. Всем музваровцам привет. Я играю под ником Юный Грек. Играю довольно давно, с 2016 года. 2016-17 я играл, потом забросил и в 19 снова начал играть. И за это время очень много изменилось, пока меня не было. В этом плане администрация Музвара очень хорошо старается. Они добавили много новых режимов, банально. Экспедиции добавили, башня смерти, новый режим на полигоне выживания. За это хотелось бы очень поблагодарить администрацию, за то, что они не забрасывают игру и продолжают развиваться. Но в то же время хотелось бы поругать администрацию просто за то, что очень много теперь нужно донатов в игру. Извините, что запинаюсь, очень волнуюсь. Банально. Если ты хочешь проходить кошмарные экспедиции, ты должен прокачать преобразователь, ты должен прокачать музмеха. Но это самое легкое, это прокачать музмеха и байт. Уровень музмеха и байт. Чтобы попасть на кошмарку, ты должен прокачать преобразователь, иметь при себе кучу расхода. Чтобы иметь при себе кучу расхода, нужно очень много тратить звезд-торнов. Чтобы получать много торнов, нужно, соответственно, занимать высокие места на эвентах. Или эвентах, извините, если что-то неправильно говорю. В общем, к чему я это клоню? Хотелось бы поменьше, чтобы была намного меньше необходимость донатить. Я понимаю, что администрации это очень выгодно, но просто такими темпами они будут терять своих игроков. Я не говорю за себя, я говорю за, в общем, обобщаю всех игроков. Однажды ведь кому-то надоест донатить, и он просто уйдет. Может, я, конечно, наглею, но хотелось бы еще поддержки от администрации Музвара. Вот как это делают в других играх. То есть, чтобы игроки оставались, у них играли, даже несмотря на донатили, даже несмотря на ситуацию с коронавирусом, они дарят игрокам бесплатные там шмотки хорошие. В Музваре же такого нет. Я не знаю, по какой причине. Возможно, администрация потом это все сделает. Но очень хотелось бы, чтобы хоть какие-то плюшки давали за это. Потому что денег нет донатить в данной ситуации. А донатить нужно, особенно тем, кто сидит на уровне.
прокачивает питомца. Ну, как-то тяжело играть, осознавая, что в других играх тебе дают плюшки за то, что ты просто сидишь дома на карантине, а в Музваре как-то всем пофиг на это. Здорово. Вот чё же я думаю о проекте Music Wars? Music Wars — это хороший проект браузерный. Его не надо скачивать. Не надо лишнюю память такую заполнять. Еще это хорошая отбивалка времени и хороший поучительный, где можно научиться всякому, вот, тактику своего персонажа, тактику прокачивания, тактика граба, остальное. И группы. Вот опыт на группы всегда. Вот мне последнее время, последний год мне, когда играю, мне надоедает, что мне одно и то же выпадает, что сейчас, помню раньше, что больше был шанс выпадения всего, а сейчас просто маленький, его уменьшили, унизили. Нововведений почти никаких нет, кроме расширителя и новой экспы. Но расширитель, я слышал, что это было он давно еще, но его сейчас добавили, но мне просто это... Я не знаю, что с этим проектом будет. Но я хочу, чтобы с полигоном было равенство, чтобы закрыты были все, чтобы не было слив формации, вот персонаж, чтобы ПЛС не писали, чтобы чат был только от полигона и все. На элитках бывает иногда случай, что иногда появляется сильнее команда, чем там, там нет равенства полного. И иногда, вот помню, недавно был случай, когда я на элитку пошел я и согруппник, и он просто... просил меня слить информацию, но я это не делал, я не крысил. Вот проект хороший. Самое главное, что этот проект хороший, что его надо качать, но сейчас разраб забивает, сейчас от донатов получает и все. Я хочу, чтобы было повышение бездонатных, прав повышение бездонатных. От плюшки им всякие, в виде рубинов особенно. Потому что рубинов они не видят, только когда зал славы, когда сходят на экспо и все. А дальше ничем зарабатывать, только полигоны, все остается там, где рубины зарабатывать. Вот проект хороший, самое главное. Но его сейчас никто не качает, он сейчас в гниющем состоянии. Но то, что экспо новое вышло, это все, это последнее нововведение их. Я хочу, чтобы больше было нововведений и больше событий и акций, потому что одни и те же акции надоедают всегда. Вот проект, я не знаю, что с ним. Я годик поиграю, еще, но я не знаю, как с проектом это будет. Но главное, чтобы проект этот держался, и чтобы это... Я не знаю, как. Ну все. Вот мы от Музвара, что я думаю. Так, всем здорово. Хочу поведать свою историю о своей жизни в Music Wars. Меня, в принципе, можно называть Алдом, потому что я играю в эту игру, ну, с 13 года. Вот, скрины будут ниже. Где-то год, полтора-два, то есть до 2015-го, я играл очень плотно, то есть там каждый день заходил, там что-то делал. Вот. Задонатил вот за период 13-15 год, ну, около 3000 рублей, то есть для меня это были тогда довольно большие деньги. Вот. По рекордам у меня где-то 3-5 место на 5 O'Clock Sir, то есть там первый 10 левел был. Вот. Где-то в году 15-м я, наверное, забросил, вот, заходил там раз в 3-6 месяцев, ну, просто посмотреть, что добавили. Вот. И в разгар карантина я решил вернуться, когда появилось много свободного времени. Вот. И теперь что у меня есть? У меня есть плохие статы для моего уровня, то есть у меня, по-моему, 16 уровень. При этом я вообще сейчас нихуя не смогу конкурировать с даже не жирами, а с обычными игроками моего левела. Когда в году 13-15 я был вполне себе таким сильным по статам игроком. Вот. Ну, разумеется, музмех у меня тоже в жопе, там ни экспедиции, ни это... нерасходная, ну, нихуя нету. Вот. По факту у меня осталось где-то куча нюансов, обид, претензий, вопросов. Ну, по порядку расскажу все, что есть. Первый вопрос. Зачем вводить, ну, это вопрос, разумеется,
администратором, затем вводить письменную кучу всего без какого-либо намека на развитие. То есть, допустим, новому игроку или же новоприбывшему башня смерти, там, резиденция, что там еще, экспедиции, они будут интересны лишь некоторое время, просто посмотреть, что это и как оно работает. Он не сможет как-то развиться, он не понимает, как это работает, как правильно это делать, что из, ну, что из чего вытекает вообще в принципе. Вот. И поэтому они валяются мертвым грузом. То есть даже админы это понимают и вводят итем на души, там был, который дает какое-то количество душ в определенные часы. Вот. Из обид у меня есть, ну, одна, то, что разрабы хотят побыстрее угробить игру, ну, выкачав из нее как можно больше перед уходом. Я понимаю, что браузерный жанр сам по себе мертворожденный, и сама МВ 7 лет уже живет, не умирает. Но посмотрите, сколько люди донатят, причем не только жиры. Вот, жиры — это вообще отдельная тема. Там человек задонатил 30 тысяч и не получил марка. То есть там кто-то по логике должен, ну, задонатил еще больше. Вот. А неужели, ну, лучше получить скопом 3 миллиона за раз и закрыться, чем получить 3 года еще пожить и получать, ну, по 1,5 миллиона? Цифры условные, конечно, суть поняли. Это, ну, еще при том, что Music Wars, по сути, уникальна, и у нее никаких аналогов вообще нету. И при хорошей работе она может послужить, ну, лет 5 точно. Вот. А попозже я немного расскажу, что надо сделать, и речь не только о жадности, ну, и там дропов сундуков, контейнеров и прочее. Вот. Из претензий у меня есть к модераторам. Модераторы — это свиньи, просто самые настоящие свиньи. То есть они что, в 2013 году конченые, что сейчас? Вот. Доношу как-то разрабам Музвара, что ли. Вы в курсе, что у вас ваш Семтекс, он за несколько дней, то есть числа 6-7, просто взял и сданонил питомца. Сданонил статы его, сданонил его описание, обилки, описание обилок, там, урон с обилок, количество применений и так далее. До официального релиза. Ну, я хотел пошутить, честно, я вот хотел пошутить, типа, что набирает мудров по объявлению. Но я увидел пост, что вы набираете модераторов, все по объявлению. Ну, я честно скажу, я просто взял и... Вот. Что же еще? Так, мультоводство. Вы сами способствуете мультоводству и при этом за него же и баните. Вот элементарный пример. Была акция со злобным сундуком, ну там через «Приведи друга», все дела. То есть давайте будем честны, какая у вас будет реакция, если вы скажете: «Привет, друг, зайди в браузерку, очень прикольная игра, надо поиграть, мне там какую-то хуйню». Ну, вас пошлют, вас просто пошлют. Ну, в принципе, все. Так, что еще? Бот. Я не знаю, в курсе, не в курсе, но, скорее всего, в курсе. В свободном доступе есть бот, который, ну, не палится вам насрать, что ли. Хотя и в правилах есть, и все, и прочее. То есть можно спокойно вот просто зайти, вбить читы Music Wars. Даже не читы, бот Music Wars. Он вам это выдаст. Вот, что еще? Правила. Правила, это, не знаю, это без шуток, раковая опухоль Музвара. И такое ощущение, что их писал, ну, человек, которому лет 6. Ну, он действительно дурачок писал. Я уж промолчу, что они не соответствуют действительности. То есть у вас есть правило какое там, 2.1, да, которое запрещает офф-топик в принципе. Да? Ну, на кой хер? Вот. При этом оскорблять игру запрещено, критиковать игру запрещено. То есть, если ты скажешь: «Я считаю, что в этой игре неправильно то, неправильно это», вам должны выдать мут там или бан, ну, в зависимости от этого. То есть, серьезно, ну, дурачки, что ли? Обсуждение игры, игровых возможностей в негативном ключе. То есть, допустим, есть сломанный режим, вот, «Башня смерти», я о ней чуть попозже расскажу. Ты говоришь: «Этот режим плохой, он сломанный, и тебя, по идее, должны замутить». Вот. Очень интересные правила с национализмом.
баны или мут там за фразы «Москва для москвичей, Россия для русских». Я даже не знаю, как это комментировать. Ну, дурачок, я не знаю, тупенький. Вот. Ну, в общем, я советую почитать правила. Вы 50% будете в шоке от того, как это вообще выставили. Ну, это ж бред полнейший. Остальные 50% будете просто ржать с их тупости. Ну, я просто ржал. Вот. Так, что дальше? Башня смерти. Абсолютно сломанный режим. Просто абсолютно. Я промолчу, что никак не балансится в принципе. То есть... Вы должны определиться, вы за пати-гейминг, вы против пати-гейминга. Если вы за пати-гейминг, то тогда добавьте возможность ходить туда сразу группами. Если вы против пати-гейминга, ну, уберите на втором, третьем, четвертом этаже сундуки, которые открываются вместе с кем-то. Для чего это сделано? То есть просто это... Представьте, что у вас будет рандом, помноженный на мразотство, помноженный на удачу, вот, и вы получите башню смерти. Это просто худший режим из всех существующих, из всех ивентов, вообще, в принципе, самый худший режим. То есть, даже, я не знаю, есть он сейчас или нет, был ивент на Музбокс, я так понимаю, его прикрыли как раз из-за этого бота, то есть, ну, шанс на вот, даже этот ивент не такой ущербный, как башня смерти, то есть, желание, несмотря на то, сколько статов по факту выдает это обмундирование, желания заходить в башню смерти нету вообще. То есть даже для фарма. Это, во-первых, нереально долго, чтобы все выбить надо. Во-вторых, ну это нереально тупо в это играть. То есть это надо себя не уважать. Вот. И что же надо, в принципе, сделать, чтобы Музвар как-то не то чтобы новыми красками заиграл, но хотя бы пожил сколько-то еще. Нужна поддержка камбэкнувшихся игроков. То есть сейчас вы ввели поддержку для новых игроков. Там выдается пятый бис твоего стиля, пятый аквариум и пятый микрофон. Это, конечно, хорошо, но вы должны понимать, что ваша основная аудитория – это люди, которые вернулись после того, как канули в небытие. То есть, ну, не бывшие жиры, конечно, но там 15-й, 20-й, 30-й уровни, которые на год, два, там, или, может быть, даже два с половиной, ну, просто ушли по каким-то там причинам. Там, надоело, или времени не хватает, или еще что-то. Вот. Я на Ютубе уже видел кучу видео, которые там рассказывают о том, как камбэкнулись люди с 30-м левелом, 25-м, 20-м, там, Витаминкина была или как-то так, вот, последняя. Вот. Поддержка там 1000 звезд, которые вы выдаете в контексте оборота ресурсов в 2020 году, то есть не в 2013, в 2020, это пыль, это буквально это ничего. В общем, жду. Пишите мне ВКонтакте, но сначала добавляйтесь в друзья хотя бы, чтобы можно было написать. Давайте, жду сообщений и будем потихоньку поднимать новую рубрику «Игроки о Music Wars».